Всем привет! На очередной части убийства Сал Грина. Это 21-я часть. Привет. Так, ну, продолжим. Не знаю, долго убирал положение вебки, но, по-моему, так самое нормальное получилось. Привет, Луки Бастия. Первая попытка неудачная. Ну, естественно, куда там я, сколько не играл уже с воскресенья, надо разогреться. Так ты посматриваешь сзади монитора. Ничего, пусть Сал Грин не расслабляется. Сейчас мы... Сейчас я вспомню, что тут к чему. Если что, Гастли подскажет. Правильно же? Напомнит. Ну вот, в принципе, нормально. Ну, нормально, до первого раза. Так, вот это вот неудачно, к сожалению. Ох, ты ж повезло-то как. Да что ты, жесть какая-то. Не, давай никаких багов, ну, прохождения. Ну, кроме лунной походки. Да и то, в принципе, зачем лунная походка нужна в обычном прохождении, да, то есть не на рейпе. Так как бы, когда ты уже умеешь проходить, то, в принципе, можно без нее всю игру обойтись. Ну, не знаю, я бы не сказал, что это фишка. Да, но можешь и не использовать, и тоже быстро проходить. Можно даже на Мегамэне не использовать, на эту Leverage, то какая разница. Ну так потому что привык читерить. Да блин, что такое? Да. Это жесткий. А на Езе он что, еще на подкате что ли сдохнет? Или вообще на первой самой стадии? Пойдем. С какими самонаводящимися, подожди, ты о чем? Нет, в смысле? То есть пофигу, хоть на тот левирейдж, хоть на ЕЗ, все равно только нападение?
Вот эта фаза. Да. Стоп, так ты только что мне сказал. Ты только что сказал. Мегамена тот или умирает у меня, когда он четверть пути прошел. Я как-то, видимо, это неправильно понял. Я думал, типа, ну, четверть всех атак босса прошла там. Да, у меня тоже он там быстро, в принципе, умирает. Ну, где-то наполовине, наверное, потому что я не стремлюсь, как на рейпе, вставать там справа, где нужно микрить эти огоньки, ну, запоминать точку, где нужно стоять на огоньках, где они плотные. Ну, нет смысла, да, на тот реверейдже. Ну, что тебе дадут эти несколько секунд выигранных? Ты же не на мировой рекорд идешь. Смысл вот эти несколько секунд, из-за этого, возможно, ты можешь зафейлить просто на огоньках. Ну, мало ли, по случайности. Да умри, ну. Ну вот. Первая, третья стадия за сегодня. Хадукин, Хадукин. Ням-ням-ням-ням-ням. Давай, так. Что там? Люкен. Оп. Капельки. Ай-яй-яй-яй. Ух, почти ж. Почти. Да я вас даже не знаю, не видел, как это выглядит, но смысла нету. Ну смотри, васп-то намного хуже, чем баг на пульке. Почему? Потому что баг на пульке — это, по крайней мере, баг. Ну то есть, как бы, это не чит, а это именно баг, то есть, как бы, недоработка самого Солгрина, да? А васп — это именно чит, это вторжение в программу. То есть васп — это дополнительная программа, а пульки двойные — это просто, ну, как бы, в самой игре ты это делаешь, без сторонней помощи, как бы. Конечно, это тоже плохо, но, по крайней мере, это следствиями игры, а то все-таки внешние программы — это разные вещи. Кстати, ты в 10-м мире, Рю, будешь проходить по-честному? Просто честный спидран — это тоже интересно, чтобы ни одного бага не использовать, вообще никакого. Прям пройти так, как задумывал Солгрин. Естественно, там время будет больше, но зато, как бы, и результат приятней. А еще можно со всеми секретками тоже не используя ни одного бага. Нет, использование других персонажей — это не баг. Тут я согласен полностью, то есть вообще никаких претензий. Хочешь Соника убивай за Рю, да какая разница, блин. Персонаж предусмотрен, значит все. Только без этого, только не Дарк Боши, потому что, ну, как бы, его же еще открыть надо, а как бы именно с, ну, как бы, с нуля хотелось бы. То есть ты прям перед спидраном возьми и полностью очисти папку Боши от всех файлов, там, settings, save, там, лиценз, ну, все, короче, да, чтобы
полностью все ачивки, все персонажи, все было закрыто. Так, нормально снес. Охренеть, размикнул. Блин, не сдох. Но осталось там совсем чуть-чуть. Есть. Что-то у меня вроде более стабильно вторая стала, да, проходиться. Хадукин, Хадукин. Ну как бы я там это. Ну ты понял. Да блин, ну разберись, ну что-то ты как-то жесть какую-то, блин, 2 часа, игра тормозит. Ну что это вообще, ну... И дело явно не в игре, да? Потому что без записи же хуже не становится. Так что разобраться в твоих силах. Ну, значит все, значит разобраться в твоих силах. Дело в записи. А, то есть даже со стримом через 2 часа не становится хуже, только именно с записью, да? То есть стрим без записи не лагает через 2 часа, да? Смотри, у тебя какое это... Без стрима? Нет, я говорю, а стрим без записи. То есть, чтобы стрим шел, но локальная запись не велась. Это ж, ну это ну куда? Ну блин, ну так глупо, ну нафига? А, то есть даже без записи стрим начинает лагать. То есть даже если есть стрим, но нет записи. Так. Странно. А ты посмотри, смотрел, OBS памяти больше начинает жрать через 2 часа, чем когда ты запустил стрим. Привет, Тор. Привет, Twisted Two. Тор, прикинь, короче, пошел это, на почту, да, как я тебе говорил. И это... Блин, паспорт дома забыл, ну что за... Короче, вечером после Боши пойду. Мне неохота было второй раз переться. А если ты на второй стадии Солгрина и... Стрим только что включил. То как?
Так, Гоги быстрее, так может тебе просто делать стоп-старт, когда ты дойдешь там до 11 уровня, скажем. Как это? Вон все смайлы видны. Че, не видишь, что ли? На стриме, ну, отвлекся на эту фигню со смайлами. Да что он прыгнуть так хреново-то? Ну, маловато, конечно. Так не долетел. Да, блин, я думал, оно полетит влево, я успею дойти, но что-то оно слоупочило долго. А, 100% это еще и Читамена убить? Да не, ну хотя бы все вот эти все секретки, которые необходимы для Dark Boss, вот их хотя бы взять. Это уже как бы попроще. Сколько смертей на Салгрине? 5122. Только, блин, мне бы до твоего спидрана пройти бы больше, потому что, ну иначе, ну ты понимаешь, да? Иначе я в конце твоего спидрана просто, ну, выкручу стрим. Спойлеры же. Это? Нет. Этот спидран начался в январе 2014 года. И вот, все еще забег продолжается. Ну, может быть и самый, не знаю. Конечно, я же не как Фабино, там каждый день практически, да, он играет.
Я делал перерывы там и на месяц, нормально вообще. Не знаю. То ли 3, то ли 10. Привет, Пресс-Клауд. Да, как можно у меня спрашивать, если я ни разу не проходил его? Что это сейчас было? Не, ну если честно, я так все-таки подозреваю, что 3 у него стадия. Вряд ли больше. Тем более мне уже говорили, типа, я уже почти все видел на нем. Ну, короче, мне уже распределили, что 3 стадии у него. Я ж не знаю, может какой-нибудь сюрприз там будет еще в конце, ну... Пока я думаю, что 3. Как догнал? Печалька. Угу. Кстати, я не знаю, как в Multimedia Fusion 2, это вот прога, на который писался Боши, да? Но в Game Maker Studio хитбоксы автоматически делаются. По текстуре. Так что, ну я хрен знает, как можно было в Боже сделать кривые хитбоксы. Походу он как-то игнорил, что ли, это и... Не, ну я говорю, ну может быть в Ultimate Fusion надо руками их делать, фиг его знает, но... Не знаю, то есть я даже захочу, я не смогу кривой хитбокс сделать в Game Maker Studio. Не, ну конечно, если захотеть можно, но это специально постараться надо. И то это будет псевдо плохой хитбокс, потому что это просто будут налепленные невидимые текстуры там где-нибудь по бокам. Дальше вообще изи. Ну, в смысле, я видел третью стадию, ну, почти, ну, далеко довольно, до Бомбимена видел. Ну, сам доходил, я имею в виду. Просто вторая нестабильная очень.
26 300 смертей. Ну, там... Неважно. Но там как бы у меня летел кусок мусора. То есть, по-моему, можно было его на краешке платформы переждать, но обычно бывает, что нельзя. Что-то вообще плохо. Плохо повредил щит. О, ничего себе, я у него снял на второй цикле. Отлично, так и что? Ну это рекорд. Я не понял, у меня эти бомбочки в полете эти не убивают? Серьезно, меня бомбочки в полете не убивают, меня только взрыв убивает, вроде бы, блин, если я правильно увидел. Тогда это вообще что-то изи. Да, бомба сквозь меня пролетела. Короче, надо уже убивать Салгрина, что-то он, блин, тут многое слишком на себя берет. Не знаю, почему Задрос говорил, что пауки очень сложные. Типа он так и не понял, как их проходить. По-моему, не особо сложная. Ну, каждому разное, может, дается. Просто я пока очень мало попыток там попробовал, как бы. Но в целом... Вроде не очень сложно эти гидропомпы там размиксить. Так, а после этого бомбомена будет либо скелет, наверное, либо этот, как его, блин, Геннон, либо Соник, и либо кто еще остался? А, все, по-моему, да, никого не осталось. Нет, кого-то забыл. Не, никого больше не забыл. То есть осталось трое, и потом, видимо, сам Салгрин прибудет. Но я думаю, дальше будет скелет.
Блин, ну... Жесть. Есть. Не, да какой еще один босс, ты че? Это последний босс уже. Да что ты? Не, ну я, конечно, не знаю, что там дальше будет, но я не думаю, что там будет еще один босс, лол, ты че, это и так уже все, финальный босс. Блин, ты хочешь сказать, это был спойлер? Ну нахрена тогда делать? Ну это тупо. Блин, да что за жесть? Двадцать первый на трике, написано же в заголовке стрима. Привет. Да не, что ты гонишь? Это последний босс. Не, серьезно, я что-то не верю. Там же даже телепорта нет для еще одного босса. А тут для всех боссов есть телепорты. Так что тут не может быть еще одного босса. Короче, ладно, не знаю. Ах ты ж. Почему мне видней? Если ты уже видел всю игру и там 100-500 прохождений, то как бы тебе видней. Но только, блин, спойлерить — это хреновая идея. Да блин, что же я так легко попадаюсь на его эти шарики? Где-то там, страницы на третьей, по-моему. Мне уже спалили, что нужно уворачиваться от зеленых шариков. Да что ты не прыгаешь с этой штуки? Самый гениальный прыг во вторую стадию сейчас был.
Так вон на третьей странице. Предпоследний смайл. Блин. Сейчас я закрою. Что я так легко сливаюсь? Ну, тут сейчас хреновая ситуация, но вроде размикнул. На ерунде сливаюсь. Во что? Нет, наверное. Что за жесть? Нет, вроде не играл, не помню такого даже названия. Такая интересная игра, что ты хочешь два раза подряд пройти. Чё-то даже не знаю. Но боль на NES часто бывает, но такая, что вообще не хочется даже включать. Просто из-за тупости игры. Так что как бы боль и NES это нормально, но это не значит еще, что игру хочется пройти два раза.
Ну да, хреново. Прошел первый цикл. Ну, ладно, выжил. Пока что, значит, живем дальше. Микрим дальше. Фугрин! Фигню какую-то опять начинаю страдать. Да еще что это? Ну вот что это за... Да прыгай ты! Я же жал, блин, прыжок. Ни хрена не нажался. Видимо, с платформы упал, потому что или что-то типа того. А че я вообще его даже не пострелял в него? Еще на первой стадии умирать. По-моему, вебка как-то сместилась. Да. Блин, тут же у меня босс был. Хреновая у него овсянка получилась, хлопья-то он не насыпал. Коробка раньше загорелась. Это очень глупо. Ты вылетишь, нет? Из сейва, блин. Не, не хочет. Ну что это вообще? Ну как я должен тут? Не, ну я-то размикрил, но в Фолгрин это ничего не попало. Но хоть что-то попало. В принципе, даже не так уж и мало. Ну, среднее. Ну вот это плохо. Есть. Она успела полететь. Там хитбокс должен быть вот таким, а он вот такой.
А я вообще разве могу с ним соприкоснуться-то? К тому же это вообще-то мой товарищ и верный друг, и что-то какой умираешь. Не, ну правда, если офигенность Боша упадет хотя бы на 10%, то он убьет Боша, но как бы с чего вдруг она упадет-то? Костабрик, привет. Ты как вообще? Откуда? Куда? Нормально, я от мусора увернулся. И выжил после лазера. Чуть-чуть, но там, но это не сложно, ну блин, это надо просто вот как-то вот так вот сделать, и оно размикрится. Так, Эстабрик, давай в рамках приличия оставаться. Я, конечно, понимаю, что СК2 ТВ, все такое, но все-таки. А, ну все, слава богу. Ты так больше не ошибайся, давай. Да, стримы Костабриков нужны вечерами. Это прям вообще необходимость. Как же вот никто не крабит особо. Ну, я, конечно, краблю, но, блин, это никому не интересно. А вот когда ты крабишь, это же, блин, самое классное. Да что он второй-то не сделал? Блин, чат дочитался. Да я думаю, дело не в Шиноби, Тор. Он же почти прошел уже Шиноби, там осталась-то фигня. Явно не в этом проблема. Что там уже почти до последнего уровня дошел. К тому же насчет скучная игра, это что-то переборщил. Хорошая очень игра.
Да ладно, как и быстрее, последний уровень там, ну, по сравнению со всей игрой, там нету резкого скачка сложности, я бы не сказал. Ну, то есть предпоследний тоже нелегкий, там вот с этими прыжками через воду, ну, как бы... Почему не прав? Это мое мнение, что игра хорошая. Ну нет. Скучно, это же отрицательное качество. Значит, хорошая игра не может быть скучной. Ну, точнее, скучная игра не может быть хорошей. Вот так, да. Она будет средней. Ну, хорошая, значит, ну... Положительные в основном качества у нее только есть. Отрицательные, незначительные только. Не перевешивают. Ну ясно. Скромность превыше всего? Нет, я так не считаю. Она должна быть в меру. Иногда нужно понаглеть. Ну, то есть, ну, в зависимости от ситуации, надо понимать, когда. Ты приходишь раз в две недели где-то, наверное, или в неделю, и то только последние две недели. А стримы-то не прут вообще. Ну, я имею в виду, ты не пишешь. А когда ты не пишешь, то тебя все равно что нет. Блин, ну как так можно было легко умереть? Не должно было этого происходить. Какую-то коробку не могу прямоугольную, блин, убить. Когда-нибудь? Это обещание? Потому что когда-нибудь не подразумевает никогда. Это значит рано или поздно. Нахрена я выстрелил? Да, так и думал, что из-за этого умру. Чё там? Но это, по-моему, не в России вообще-то. По крайней мере, видишь, Life League, это логотип. Ну, разве что они показывали репортаж из России, но я не думаю. Скорее всего, это не у нас. А в США где-нибудь. Потому что это вроде их канал.
Редкости брак. Да, я слышал, что японцы, по-моему, да, разрабатывают такой поезд. Он не... Ну да, ну только там, как бы, это не на магнитной подушке, а эти... Как бы его вместо колес он обхватывает рельс, но без соприкосновения, там, ну, за счет как раз-таки магнитов. В итоге там тряски тупо нету и скорость очень высокая. Но я не знал, что уже практически испытания были. Ты где-то про это прочитал, что ли? Я думал, пока все в теории. И Дасти? Да что ты будешь делать? И Дасти — это стартап, которым я занимаюсь. Наше приложение, ну да, у нас 4 человека, мы разрабатываем сервис. Реклама такая сейчас пошла уже. Ну, для мобильников там, для студентов. Ну, позволяет там мгновенно уведомлять о важных событиях там. Ну, короче, замена разным не очень вещам, которые обычно студенты предпринимают, чтобы друг друга оповещать и что о чем-нибудь. Типа там группу ВКонтакте, еще что-нибудь, там неудобно, а тут, ну, типа, удобнее все стараемся сделать. Пуши, чтоб приходили и все такое. Значит, почему менее банально? Как показывает тестирование, очень многим это интересно людям. Люди интересуются, и им нравится идея. Когда что-то в процесс обучения, какие-то инновации вносятся, это всегда, это сейчас тренд, это сейчас очень актуально. Сейчас мобильники с операционными системами, ну вот Android, iOS или Windows Phone, очень популярны среди людей, среди студентов. То есть практически у всех хотя бы какой-нибудь задрипанный Android да есть. Значит, они уже смогут воспользоваться нашим приложением. Ну, например, короче, пример. Вот я учился, когда на втором курсе. Ну да, я говорю, тор, ну почти у всех, ну. У многих. Никакие, нету ничего подобного у них. Какой уведомитель? Там новости какие-нибудь еще, а при чем тут это? Ну, например, у меня на втором курсе был случай, короче, зачет там по предмету одному был, да? И, ну, чтобы к зачету допуститься, нужно было сдать 4 лабораторные работы и, не, курсач не надо было, просто 4 лабораторные работы. Но предмет никто нифига не понял и почти никто не сделал. И в итоге, ну, как бы, понятно, что зачет получить, типа, шансов вообще, да, не очень. И многие тупо не приехали. Ну, вот я, например, приехал, ну, просто потому что я не привык пропускать, как бы, ни занятия, ни экзамены, даже если там шансов нет, все такое.
Ну, просто приехал. И так несколько человек тоже приехал. Ну, некоторые там лабы сдали, но их таких мало было. И в итоге, что произошло? Препод говорит, знаете, что-то, короче, я не хочу с вами тут париться долго. Давайте просто все зачетки и все, да, и, ну, на этом закончим. Ну, вот. Ну, мы, естественно, начали всех оповещать, там, в группу ВКонтакте написали. Типа, ну, приезжайте, тут халява. Но, как бы, не все же там сидят прям круглосуточно в этой группе. Ну, кто-то через час увидел, кто-то на следующий день. И в итоге, пока там приехали часть народа, препод уже сдал ведомость и собирался уезжать. Его застали уже в дверях универа. Он говорит, ну, хотите, берите направление и едьте ко мне на работу. И дал адрес в Москве, а универ не в Москве. Ну, в итоге люди поехали в Москву с направлениями, искали там по GPS-у его офис. Ну вот, а если бы было бы мгновенное уведомление, типа как в нашем сервисе, то бы они узнали бы сразу и успели бы приехать. Костабрик, ты думаешь, мы не смотрели конкурентов, что ли? Ну, блин, серьезно. Мы бы не стали уже разрабатывать в течение 2 лет что-то, чтобы мы даже не видели, какие есть конкуренции и прочее. В WhatsApp нету групп, там нету по универам распределений. Ты вообще откуда узнал? На футболке что ли прочел? Я думал, там не видно на вебку, нифига. А как в эти конференции добавить всех твоих одногруппников? Это надо номерами телефонов, наверное, обменяться, да? Потом как-то в эту конференцию еще пригласить. И так далее, и так далее. А как вообще преподу это сделать? Мы еще хотим преподов туда завязать, чтобы преподы могли оповещать там, например, там пары отменены и так далее. А как будет препод искать эту группу? А у нас ты просто вводишь название универа своего, ищешь там свою группу и вступаешь. Причем ты сразу видишь, кто в группе есть. Видишь знакомые фамилии, значит это твоя. Если нет, то создаешь сам группу. То есть, как бы, в нашем сервисе можно, не сговариваясь, найти сразу свою группу. Например, вот на первом курсе, когда я учился вот по себе, да, скажу, вообще у нас, вообще общались маленькими кучками. Ну, как-то вот не было сплоченной группы, да, никакой, как-то, ну, все, никто друг друга не знал, кроме тех, кто вместе поступил там, да, и там, ну, друзья давно. И в итоге все общались маленькими группами, и это, естественно, очень плохо было, потому что информация плохо распространялась и все такое. И попробуй таких объединив в WhatsApp. Да, пока ты там всех уговоришь, пока там найдешь и так далее. А тут каждый, кто хочет, просто нашел в этом приложении свой универ и свою группу. Ему не нужно обращаться конкретно к какому-то человеку, чтобы найти эту группу. Он просто ее находит в списке и вступает. И получают нужную информацию. Ему даже не обязательно за что-то писать, он может только в режиме чтения там находиться.
Ну, Костобрик, раз ты конструктивно не хочешь, а просто хочешь потроллить, то что мне еще сказать? Меня-то ты не затроллишь этим, потому что я уверен в своем продукте, в своей идее. Хотя, ну, конструктивную критику, естественно, это хорошо, но у тебя не конструктивно. Но не затроллишь, это я точно говорю. Я тебе еще раз говорю, прямой конкуренции нету. Есть косвенная, но у нее и недостатки. И мы же тоже не стоим на месте, у нас еще другой функционал намечается. Но пока что рано говорить какой. Что-то я уже устал на Солгрина бить. Уже больше часа. Кому это тебе не нужно? К тому же пока что у нас как раз таки для преподов не очень реализовано, потому что если препод хочет уведомлять сразу несколько групп, которых он преподает, то ему придется постоянно выходить из группы и вступать в другую. Но мы пока думаем над этим вопросом. Так что пока у нас как бы чисто для студентов больше. И вообще, Костобрик, если думать, что да все уже изобретено и ничего не получится, да, то никогда ничего нового и не будет, тупо. А вот мы сделаем так, что Google вообще загнется и WhatsApp разогнется. Пека. Давай. Ах ты ж, затроллил, а? Мы сейчас как раз таки активно занимаемся пиаром, потому что мало сделать приложение, нужно сделать так, чтобы о нем люди узнали. Мы кучу визиток понаделали, которые там в универе там распространили, еще там в нескольких универах. Вот футболка, да.
конечно, у меня на стриме не куча людей, но может тоже кому-то заинтересует. Вот, потом, вот завтра мы поедем на Russia Update конференцию. На Хабре у нас блог. Ну, если вы знаете, может сайт Хабрахабр.ру, типа IT-сообщество. Ну, там уже две статьи. Просмотров. Что там, около 4000. Ну, смотри, не, ну, в принципе, если у тебя, это, какая-то из этих трех смартфонов, то ты можешь просто скачать и посмотреть. Ну, могу объяснить. Не знаю, Тор, ты хотел айваны поразбирать? Ну вот, ну, короче, говорю же, у нас есть в базе данных уже список универов, которые мы скачали из ВКонтакте. Казахстана мы еще не скачали, но ты можешь добавить универ сам. Потом, да, мы еще это не опубликовали. Но в новой версии, короче, можно будет самому добавить универ. Но если что, ты можешь написать нам на почту, и мы добавим. Ну, уже такой один раз было, нам человек написал на почту. Вы знаете, типа, у вас нет такого-то универа с такого-то города. Мы добавили, ну и все, нормально. Спасибо за оперативность. Вот. Но в новой версии можно будет добавлять универы. И в универе есть группа. Поиск есть по группам, ну и все такое. Так, еще. Полтора часа, и потом ты будешь стримить? Ну как это? А, я мог размикрить. Ну, смотри, Тор. Мы из ВКонтакте скачали все универы России. Но правда, там почему-то у них как-то странно сделано. Через API ВКонтакте у нас нам отдались только часть универов. То есть не все, которые можно найти через поиск ВКонтакте, вот который... Ну, который ты просто вот на сайте, да, делаешь там, когда поиск людей осуществляешь. Почему-то не все, но возможно, что твой там есть, да, Тор. Но, ну, как бы, вне России там точно сейчас нет ни одного. А, ты можешь вступить в любую группу и после этого писать, да, в любую группу. Но я не думаю, что... Ты сейчас скажешь, типа, ну, там, раздор для троллинга, да, и все такое, ну... Я не думаю, что это прям так, такое место. Это же не социальная сеть. Сюда люди в основном заходят, я так думаю, именно, ну, не потроллить. Хотя мы, когда на реальных людях начали тестить, там сообщения, ну, как бы, да, без запикивания не скажешь. Некоторые. Ну и что, пусть пользуются. Но я не думаю, то, что это будет заходить в чужую группу и специально там гадить. Ну вот, к тому же у нас можно в клиенте к сообщениям добавлять, прикладывать можно картинки. Ну, например, объявление увидел там какое-то, списки на отчисления, да, в деканате. На деканате. И раз сфоткал и сразу отправил в эту, в свою группу, и все увидели. К записи можно комментарии писать. Ходит. Слоган? Да нет никакого слогана. В смысле расширяться до соцсети в универе? А, ты имеешь в виду там... ну, я понял. Но мы пока что ну, как бы еще мы в процессе это обдумывания, да? Но мы планируем сделать возможность еще записи аудио и прикладывания к сообщению. Ну, то есть, как типа диктофона. Чтобы можно было, например, часть лекции записать или что-то записать...
ну, словами. Ну, например, там, не знаю, подошел к преподу, спросил там, да, там, чем-нибудь объяснить. И раз записал это и выложил, ну, там, ну, мало ли, там, какие сценарии могут быть. На этом мы пока думаем. Может быть, еще документы прикладывать, например, там, лекции в электронном виде. Пока думаем насчет этого. Привет, Феникс Айс. Соцсеть в универе. Короче, тор буду скоро, наверное, заканчивать. Сейчас я там, не знаю, какой-нибудь снап придет, спойлернет что-нибудь, я вырублю. Ах ты ж. Ну, как сказать? Мы еще недостаточно популярны, мы же только, можно сказать, только-только начали пиар. Так что пока сложно сказать. Ну, количество пользователей растет. Но насчет темпов я пока не могу сказать. Но, по крайней мере, нам пока достаточно того, что в целом людям нравится. Например, там, на Хабре, на статье, там, даже плюсов поставили, там. Ну, в общем, нормально. Люди оценивают положительно в целом. А то, что количество пользователей, ну, это нормально, то, что оно там постепенно будет расти, не сразу же прям, пипец как. Как бы, никогда не надо останавливаться в прогрессе, если именно пользователей мало. Другое дело, если все говорят, то что там не очень, да, все, тогда еще можно переделать что-то, подумать. А то, что само по себе количество, может, небольшое пока, это еще нормально. Надо, главное, не останавливаться. Да что ты, блин. Ну, у нас есть клиент для Windows 8. Ну, магазина, ну вы поняли, да? Из Windows Store. Так что ты его можешь как бы на компе запустить. Но только насчет файлов, тут, Тор, вот мы тоже думаем, как бы... Если просто добавлять в ленту, да, как, ну вот именно, ну как сообщение только прикреплять, то разница небольшая, ну то есть как бы с теми же соцсетями, потому что у тебя это в ленте уйдет все вниз, и ты потом запаришься искать. Нужно сделать какой-то, вот, не знаю, может быть каталог файлов или что-то типа того. Ну вот я говорю, это мы еще обдумываем пока, как сделать так, чтобы это было удобно и понятно всем. Nokia начинала с бумаги и галош, я знаю. Nokia, кстати, планшет представила новый. Nokia N1. Я не знал, я думал, им вообще запрещено марку Nokia использовать в мобильных устройствах. Оказывается, только именно в телефонах. То есть планшеты не входят. Они могут планшеты делать. И они сделали планшет на Андроиде.
Да. Но право на использование слова Nokia в названии Microsoft получила только на мобильные телефоны. На 10 лет. То есть на планшеты нет. Нет, планшет именно Nokia. С Microsoft отношения не имеет. То есть именно вот та Nokia, которая осталась там, оставшаяся часть, вот именно та Nokia выпустила планшет. Чё? Но на андроиде меня не интересует, но просто интересный такой факт. Да, Тор, вот именно об этом речь идет. Еще сделать, чтобы для преподов было удобно, чтобы он в несколько групп мог сразу там. Но пока мы тоже думаем, как это сделать. И то есть ему вот раз выложил и все. Конечно, понятно, что далеко не все преподы настолько продвинуты, чтобы там пользоваться такими приложениями, да, ну и что, ну, поколение же там меняется, много молодых преподов есть, которые пользуются и телефонами современными, и там планшетами. Да, в принципе, просто если ноутбук с Windows 8 есть, обычный ноут, да, там и то ты можешь это приложение поставить. Так что не обязательно даже какой-то смартфон там или планшет. Да. А, ну это у нас тоже было, да, на почту, да. Но мы как раз. Ну, опять же, это такая очень-очень пока отдаленная перспектива, да? Ну, то есть вообще далекая. Но мы хотим сделать же нечто большее потом из сервиса. И, возможно, что-нибудь типа вот система там отправки задания каждому студенту, может быть. И, ну, короче, вот то, что ты говоришь, такое вместо почты наш сервис, чтобы использовать. Но это пока так. Просто идея, ничего более. Потому что нам бы хотя бы надо до идеала допилить то, что мы сейчас делаем. Как известно, до идеала можно пилить сколько угодно. Удались. Причем у нас так совершенно случайно получилось, что ну вот iOS разработчик, да, Android разработчик и вот я это Windows Phone разработчик, что мы как бы вот настроили под разные платформы, и это просто идеальное совпадение. И повторюсь, это совпадение, а не специально мы там искали кого-то. Это мы все одногруппники бывшие. О, привет, Евул.
случилось случайно. Да-да, вот, Тор, об этом и речь. А тут ты даже на первом курсе не обязательно с кем-то договариваться. Просто если все, допустим, знают об этом приложении, то просто они взяли и, ну, ты просто раз нашел свою группу. О, так там уже ее создали, оказывается. Раз зашел, смотришь обновление. Староста там взял, выложил там, что что-то там изменилось. Вот я помню прекрасно, на первом курсе у меня то же самое было, да и на втором, наверное. Где-то только примерно с третьего курса более-менее вся группа стала общаться, чтобы, ну, достаточно, чтобы о всем узнавать. Но опять же, иногда узнавать приходилось уже в универе, потому что даже когда начали в группу писать, я просто банально забывал в группу зайти с утра посмотреть и приезжал в универ, смотрю, что-то не то, никого нету. Захожу в группу, а оказывается отменено все. А тут у тебя пуш просто придет, и ты его не пропустишь никак. Мегани, ну, я привык уже. В принципе, я не склонен к эпилепсии совершенно, поэтому мне нормально. Нет, Тор, не часик, все, уже собирай эти вещи и на СК2 ТВ иди. Ну, в смысле, я имею в виду, ты и так сейчас, конечно, СК2 ТВ, но ты понял, что я имел в виду. Блин, не убился. Какой поспать? Все, поел и достаточно. Бум, нет? Да бум, все. Так. Все, короче, все, всем спасибо, я не могу больше в это играть. Ну, явно не прет. Все, всем пока, спасибо, что смотрели.